Вот мы сейчас примерно в каком году? В 82-м, 4-м, 3-м, при Андропове? Нет, я думаю, что сейчас где-нибудь 55-й. Извините за прямоту. Но с учетом того, то есть уже не холодное лето 53-го? Когда история переходит на этот второй круг, она всегда движется гораздо быстрее. Дело в том, что уже известны все силы трения, уже известна вся проблематика, которая может быть. Поэтому мы сейчас просматриваем все то же самое в ускоренном варианте. Это все уже идет в режиме комикса. Да? Пусть это 3D-шный мультфильм, от которого тоже пахнет дерьмом, кровью, лагерями, насилиями. Хотя на самом деле это, скорее всего, не грозит России. Но, тем не менее, это все идет гораздо быстрее. То есть мы увидим все то же самое, что мог увидеть житель СССР, начиная там с 55-54 года, но в несколько ускоренном, в существенном ускоренном варианте. Когда ждать следующего, ну, проводя аналогию, следующего 85-го, следующей перестройки? Не знаю, не знаю. Вот я внимательно, через 30 лет, я внимательно смотрю за пузырьками в пробирчике. Пока непонятно.